Не спортклуб, а база для продраспределения. На вокзальной улице сегодня собирают пакеты для благотворительного рейда, как говорит депутат Красногорска Илья Шадриков. Сегодня он с помощниками доставит продукты тем, кто проживает в домах в его избирательном округе. Большая часть списков предоставлена социальной защитой. А так мы вообще практически владеем информацией по каждому дому, потому что мои помощники закреплены за каждыми домами, и они знают, кто там живет. Ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, малоимущие, многодетные. Первый визит на Пионерскую 12 к ветерану труда Юлии Павловне. После продолжительных командировок в Сибири вот уже полвека в этой комнате в коммуналке. Впрочем, не жалуется и благодарит неожиданных гостей за подарки. Мы сотрудничаем по линии торгово-промышленной палаты России и стараемся работать с предприятиями, налаживать взаимоотношения. И вот буквально мы созвонились с предприятием из Башкирии. Нам уже с производства на следующий день доставили продукцию. Еще один адрес сегодня здесь же, в микрорайоне «Теплый бетон». Семье Пряхиных, где подрастают двое мальчишек, принесли аналогичный продуктовый набор. По словам депутата, такие мероприятия проводятся регулярно по случаю праздников, например, к Дню знаний. Следующие приурочат к Новому году.